Всем привет! С вами Светлана, и сегодня я покажу вам, как я крашу свои брови хной. Что нам понадобится? Сама хна. У меня это вот такой пакетик крем хна, краска для бровей и ресниц от Фитокосметик, цвет коричневый. Она уже в жидком виде, это довольно удобно. Можно брать и сухую хну, и разводить самим, кому как хочется. Нам понадобятся ватные палочки. Обезжириватель, я использую спирт, ватные диски и влажные салфетки. Итак, начнем. Брови я красила где-то недели две назад, а может быть и больше. И что хочу сказать, вот волоски, они все равно прокрашены и никуда цвет не делся. Единственное, что с кожи смылся где-то дней через 10. Берем ватные диски. Обезжириватель, то есть спирт медицинский. Можно купить в аптеке спиртовые салфеточки, очень удобный вариант. И обезжириваем всю поверхность, которую будем прокрашивать. Это обязательный пункт. Именно за счет обезжиривания цвет будет держаться гораздо дольше. Проходимся по всей поверхности. Можно еще, знаете, девчонки, проскрабировать бровки свои перед этим. Но я уже сегодня делала скрабик на все лицо. И тогда действительно, вот проверено уже, держится гораздо лучше. Обезжириваем как следует поверхность. Почему спирт более удобен? Потому что он быстро испаряется. И не нужно долго ждать. Как следует проходимся, потому что иначе наш цвет не схватится. И очень быстро смоется. Теперь ждем, пока спирт испарится. Спирт испарился. Берем нашу красочку. Хну. Я никуда ее не выливаю. Мне нравится использовать прямо из пакетика, чтобы никакие емкости не мазать. Я ее вскрыла и наношу на ватную палочку. Мне понадобится еще зеркало. Выдавливаем хну. Наносим на брови. Предварительно, девчонки, можно прорисовать желаемый контур карандашом. Я так не делаю, мне нравится потом теми же ватными палочками корректировать форму. Наносим хороший слой, не жалеем. Нам же нужны красивые яркие брови. Прокрашиваем все как следует. Эту ватную палочку я выкидываю. Но теперь мне понадобится еще влажная салфетка. Я буду моделировать контур. Влажной салфеточкой промокнула палочку. Такая бровка получилась. Теперь по тому же сценарию вторая. Thank you.
Вот, девчонки, вроде более-менее ровно. Мы накрасили наши бровки. Ну, похоже, по крайней мере. Но вам, скорее всего, виднее. Вот это может быть чуть повыше. Ну, ладно, смоется, будет нормально. Итак, мы накрасили наши брови. И теперь будем ходить 20-30 минут. Я всегда хожу чуть дольше, чем написано. Хуже не будет. И ждем. Вот, девчонки, прошло полчаса. Я приготовила 4 ватных диска, смоченных в теплой воде. Смываем просто водой, ничем другим. Ни в коем случае ни спиртом, ни мыльным раствором и ничем вообще другим, ни влажными салфетками, потому что в них есть и спирт, и мыльный раствор. Вы всю краску себе сразу смоете. Просто теплой водичкой. Начинаем смывать. Все, девчонки, вот так выглядят мои бровки после покраски. И краска на коже, благодаря обезжириванию и правильным нашим действиям в совокупности, будет держаться дней 7-10. А на самих волосках и того больше, 2-3 недели и так далее. Я надеюсь, что была вам полезна. Красьте брови правильно. До следующих видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я вас всех люблю, целую. Пока-пока.